Максим. Очень великое знакомство. Очень наигранное. Привет, Always. Привет, привет. Значит, можешь поздороваться с нашими фанатами, с твоими новыми фанатами. Привет, фанаты. Ты уже второй день в Москве. Вчера мы приехали, ты заселился на буткемп и так далее. Как тебе вообще город? Первый раз здесь? Ну, какая-то большая деревня, не знаю. В принципе, ожидал чего-то большего. Но город большой, дороги хорошие, мосты какие-то. Ну, ничего так, неплохо. Понятно. А я так понимаю, ты на постоянку сюда переезжаешь. С чем связано? С чем связано? Ну, так получилось, что я последние полгода, даже больше, жил в общаге, спал на матрасе из досок в обнимку с тараканами. Но я понял, что мне это немного надоело, но я уже задумывался о переезде после РМЛ, получается. Ну и так сложилось, что почти все тир-1 СНГ игроки живут в Москве. Я подумал, если возможность есть, почему бы не переехать в Москву именно. Ты до Empire играл некоторое время в Force? Да, Force, черти, да. Так, а до этого играл еще где-нибудь в каких-нибудь составах? Нет, только Ranked. Ranked, GoFor это. А вообще давно играешь в Rainbow Six? Так серьезно, если смотреть? Ну, год, наверное, два. А, хорошо, как получилось, что ты попал в Team Empire? Тебя позвали или ты сам как-то намекнул, что можешь так попробоваться? Ну так получилось, так сейчас скажу. РМЛ кончается, и мне пишут, ну вот так, вот так, так, вот так, вот так. Так, ну давайте потестим. Я такой, ну ладно, давайте потестим. Пососал я там люто и сказали, ну ты нам подходишь, в принципе, что там, решай. Я такой, что, правда, что ли? Я такой, ладно, решу. Но долго я не думал, ребята не все знакомы были, что-то согласился быстро. Как у тебя происходит коммуникация с ребятами? Я так понимаю, немножко непривычно тебе находиться офлайн с ними. И общаешься ты немного, как мне кажется, на первый взгляд. Я сам по себе, ну, в реальной жизни не особо общительный, так сказать. В интернете еще как-то там более раскрепощенно общаюсь, а тут так, да. Ну, с кулачками пока проблема. Непривычно. Да, меня постоянно бьют. А в целом атмосфера на буткемпе, комфортно тебе здесь находиться, жить? Ну да, комфортно, кайфово. Понимаю. А какие дальнейшие планы? Какие турниры сейчас будут в составе Empire? Что вы будете делать-то? Так, ну, получается, на буткемпе вот мы будем... Начнется EU-лига буквально. Ну вот скоро начнется. Ну а так я не знаю, в принципе. Там еще FireCuda, получается, сейчас будет играться. Play-off, и там какая-то тоже активность с нашей стороны будет. Там посмотрим. Я особо не следил за этим. Угу. Так, ну ясненько. Ну, в принципе, на первое время хватит, я думаю. Если будет еще какая-то интересная информация, интересные вопросы, я приеду и задам их. А ты приготовишься. А, удачи тебе огромной в составе Empire. Ждите продолжения, дорогие зрители. Всем пока. Лицо, ББ, мужики. Рука.